Чувак, что это? Вот это? Что это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? Вот это, вот оно. Я не знаю, чувак. Что это? Я не знаю. Вот это. Что это такое? Что это? Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Роза. И мы сегодня разберем танк, который был за марафон ШПТК ТВП. Вы знаете, что такое марафон? Играя в случайных боях, просто народе рандом, формата боя 15 на 15. Марафон — это капля в море для фри игрока. За марафон можно получить желаемый танк или нежелаемый, как шпунтик ТВП. Про танк скажу, танк так себе. В конце видео будет бой, в котором я покажу, как на этом дерьме нужно играть. Давайте разберем ТТХ танка, орудие. Пробитие базовым снарядом 270, бронебойный. Кумулятив. Голда 330, типа хэш фугас, 100 мм пробития. Если вспомнить, какие были раньше фугасы, то это была имба, имбища, имбовая. Но в том году, ровно год назад, их нерфанули. 100 пробития у фугаса. Переделанный фугас работает как бронебойный и подкалиберные снаряды. Это долго рассказывать и не интересно. Расскажу вкратце свои впечатления о ПТ. Шпунтик ТВП очень кривой пушкой, маленькой альфой, без УВН и слабо бронированный. Но это минусы танка. Давайте о плюсах. Потому что танк неплохой. Танк по ассоциации СТ, по мобильности, маскировке. Но как это ПТ, башня поворачивается очень медленно. 35,6. Скорость горизонтального переведения прицела. Взять, к примеру, 907 объект 53,4. Но как это ПТ, ей вкатывать не нужно, в отличие от 907-го. Шпунтик не до ПТ с альфой 250. Вот, давайте посмотрим бой. После боя продолжим. Разберем геймплей. Геймплей на данной машине очень сложный. Эта машина, можно сказать, для статистов. У данной техники очень плохая скорость полета снаряда 900 метров в секунду. На этой технике не постоишь где-то с кустов издалека, потому что ты ни в кого не попадешь. Хоть там и написано 0.27 на
100 метров, но это вранье, и не знаю почему, потому что оно летит во всем в кругу попадания. Вот, к примеру, возьмем защитник, есть такой танк 8 уровня ТТ, у которого вообще 0.42, ну там можно раскачать до 0.38. Вот, шпунтик ТВП, он ассоциируется примерно как леопард 10 уровня танк по точности. 0.27, ну и там примерно так же, ну там можно раскачивать. В основном для статистов, то что вам придется разменивать других для того, чтобы накидать, вы не сможете просто приехать лоб-лоб, танк не прощает ошибок, вообще не прощает. Ну хоть там у него броня, там есть конечно 50 миллиметров в некоторых местах, но она под углами и там где-то получается 70, то многие СТ, да все наверное СТ 8 уровня, фугасами не смогут пробить. Там надо вот четко смотрело дуло в бок танка, чтобы пробить шпунтика. Короче, танк не советую вообще никому, потому что танк дерьмо, как и игра. Если тебе понравилось видео, подписывайся на канал, ставь лайкос. С вами был Розе, всем до новых встреч.